As of late, fate's knocking on my door. Been patiently waiting, now it's time to... Друзья, всем привет! Хочу всех поздравить с 2020 годом, с наступившим. Вот. Хотел бы подвести итоги, но, к сожалению, не стал снимать видео, потому что в 2019 году, который я поставил цели, не получилось выполнить, к сожалению. Вот. Но на этом я не буду останавливаться. Я начинаю 2020 год с восстановления ног. Хочу попробовать добиться поставленной цели, которую я поставил, по-моему, если не ошибаюсь, той зимой. Приседания с весом 100 килограммов на 50 повторений. Предыдущий раз, это было той зимой, я выполнил примерно, это было где-то 20 повторений. Я думаю, что это возможно, так что буду тренироваться, упорно готовиться к выполнению этой цели. Вот, также стритлифтинги я не забросил, буду выполнять поставленные цели, которые я себе ставил на 2019 год. Обязательно попробую выполнить результаты, хотя бы приближенные к мастеру спорта. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк. Вот, и всем приятного просмотра. Итак, друзья, я расскажу, что у меня сегодня в планах в тренировку входит. Первое я сделаю это приседание со штангой 100 килограммов. Это 4 подхода по 10 повторений. Далее выполним выпады ног с весом, если я не ошибаюсь, 15 килограммов. Два круга за один подход, 20 повторений получается, 3 подхода. Далее я сделаю приседания с резиной и с утяжелителем, это будет гантеля, 17 килограммов. И в конце я сделаю это скакалку, подхода 3, наверное, тоже. Вот. И в конце я сделаю обязательно растяжку, дабы избежать сильного закисления. Вот. Чего я вам советую обязательно в конце каждой тренировки ног, делайте обязательно растяжку. Я проверил это на себе, это реально работает. Намного лучше себя чувствуешь во время восстановительных дней. Нет такой жуткой боли, нет никакого дискомфорта особо. Так что обязательно попробуйте. Вот. И пишите ваши комментарии, ваши желания, вопросы. Вот. Обязательно каждому отвечу. It's a wild, wild west. Guns go boom, boom, I go pow, pow, fast. Eyes on the clock as the countdown sets. The time is right now, fuck SoundCloud rap. It ain't no turning back now. Like they don't know what's up, yeah. They be watching my moves, I be moving it up a notch. Gunning for the top, ain't no way I'ma go back down. Act now, time is running, ain't no turning back now. For the top, ain't no way I'ma go back down. Guess I made it to the top now. I got a lot of people wishing I would trip and fall down. But when you gon' realize it's not gonna happen, cause I will stay in position. You can bring all your weapons, but you can't bring me down. I'm a warrior, son. A motherfucking fighter, a fire, a shogun. Second to no one when it comes to this. And I'd like to welcome y'all to the dark abyss. Y'all should've messed with me, won't get the best of me. I'm living happily, this how it has to be, man.
manifest destiny. One of the best MCs put you to rest with these. Y'all are just casualties. It's the wild, wild west. Guns go boom, boom, or go pow, pow fast. Eyes on the clock as the countdown sets. The time is right now. Fuck.